Ну что, раз, их приветствую, мы с вами. Посмотрим сегодня игрушку, что-то там, Тел 60 секунд, типа успеть за 60 секунд. Это, как я понимаю, это ремейк, что вроде как, да, то есть улучшенная графика там и тому подобное. Вот, я не знаю, что там улучшенная, в первую, ну, типа, часть не играл вообще, не, так недавно узнал об этой игре, случайно просто. Потом посмотрим. Вот. Говорят, что интересная игрушечка, интересная. Да, реально интересная. Вот, поэтому, Саша, подумай, надевать пледик обязательно. Прям если ты кушаешь, прям еще пледиков 5 или 5 при этом просмотра. Мы, собственно, начинаем. О, привет! Да, все, посмотрим, что такое успешное достижение. Это, ну, вот. Создатель, опции. Ну, это понятно. Давай воспоминания посмотрим. Вот. Собрать предметы наиболее. Я так понимаю, это то, что во время игры мы сделаем, да? То есть тут будет написано количество. Новая игра, хорошо. Давай обучение. Обучение. Узнаю все о том, как правильно собирать припасы и как выжить во время апокалипсиса. Обучение на 100% согласно с правилами безопасности. Let's go. Плохой запах, токсичное испарение. Просто надень не противогаз и продолжайте наслаждаться жизнью. Вперед, на встречу ядерным переключением. Обсуждаем, ты что, дурак, что ли? Добро пожаловать на учение, возьмите в руки, будь внимательный, все получится. Удерживай кнопку захвата, если хочешь пропустить мои слова, но каждый раз, когда ты это делаешь, красный сбрасывает еще одну. О, осуждаем, блядь. Иди на желтый крестик. Нельзя терять ни секунды, двигайся на желтому крестику. Шевелюсь. Еще раз дуднешь, блядь, типа, ну, ремня там, как бы, да? Отличная работа, что там он сказал. Еще раз, ты знаешь, что делать? Гостиница. Так, хорошо. Время пока не идет, самое интересное, после обучения. Вон, видите, у нас таймер есть там. Неплохо, не расслабляйся, это не последний раз. Шутки кончились. Это вопрос жизни. Сгори, я надеюсь, своего сына Тимми. Тимми, ну, здесь денег, не? На вот. Хорошо, конечно, ты знаешь план своего дома. Когда посмотришь, что и красный его знает. Бля, заебет она дудеть, блядь. Семья прежде всего, хватай семью, он станет первым, кто пойдет в убежище. А, вот. Он две ячейки в инвентаре занимает. Держать, не забудьте об остальных женщинах семьи, хотя решение за тобой. Тебе безопасно, теперь нужно найти еду. Что, блядь? Суп прирязный выбор, этой банке хватит ничего, четырем членам семьи на один день. В каждом американском убежище должна быть вода, найди пару бутылок. Ну вот, блядь. Ну давай, отметь мне нахуй. Военно. И где эти? Ну вон там вода, но не берется еще. Так она здесь еще не берется. Но он не берется, блядь. Обозначенную воду. Где она мне обозначена, блядь? Не понял. А где обозначено-то, блядь? А, вон ружье, смотри, суп, вода. Ну вот, нет. Что, дурачок, что ли, блядь, алло? Алло. Хуяно. Пока что воды достаточно, у нас другая проблема. Можно подобрать ограничение количества предметов за раз, так как каждый предмет занимает минимум одну ячейку. Чтобы взять новый предмет, нужно сбросить предыдущего в убежище. Ну вот, да-да-да. 4 у нас там слота есть, да? Блять, я тебя с собой не возьму, иди нахуй, блять. Дудеть там будешь, пошла ты в пизду. Когда ты будешь возле люка, брось все предметы, которые у тебя есть. Если повезет, они не разобьются. Хорошо. А, тут бай, короче. Бинго, ты обеспечил себя и Тимми небольшим запасом продовольствия и воды. Не знаю, сколько времени тебе придется сидеть в убежище, так что лучше поискать радио. Ну, здесь, блядь. Блять, заебала она. Идеально, нет ничего лучше, но все из внешнего мира, даже если он радиоактивный. В некоторых случаях тебе дают несколько дополнительных секунд на разведку окрестности, но когда звучит сирена, ты должен начать собираться. Хорошо. Наша невероятная система безопасности дает тебе 60 секунд, чтобы собрать все необходимое и забраться в убежище. Ну что ж, попробуем. Давай попробуем, блять.
Собери всех членов своей семьи и как минимум 5 предметов за следующие 60 секунд. Ты должен быть возле бежи, как кончится время. Бля, можно я свою не буду брать? Пошла на нахуй, он дудит, блядь. Охуенно. Ой, бля, охуенно. Охуенно, фонарик. Сюда. Так, сюда идешь. Так, вот это. Сюда. Да. Блять, а можно как бы это быстрее делать, нет? Сюда оружие. Стопорс нужно. Это. Блять, ну возьми ты, ебан. Смотри, смотри, смотри. Питание 100% нужно нам очень сильно. Блять, возьми. Пожалуйста, возьми. Возьми. Я успею еще туда, брат, смотри. Проверяешь? Смотришь? Смотришь, 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 бля, воду взять. Смотри, смотришь, 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 я успеваю, смотри, изи, блядь. Изи, нахуй. Бля, беги, 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 беги. Изи, нахуй, тютелька в тютельку, бля, понимаешь, тютелька в тютельку просто. Теперь ты знаешь, что необходимо для выживания, но тренировка только началась. Видел, тютелька в тютельку просто, я подбежал, бросил, и оно зазвенело. Вот это да. Встретимся внизу, чё? Видал? Ну ты так можешь? Ты так умеешь? Кто так еще умеет? Конечно, никто, блядь. Тютелька в тютельку просто, понимаешь? Тютелька в тютельку рассчитал. Будь в курсе всех событий даже после конца света. Вперед на встречу ядерным приключением. Радио. Хорошо. День первый. Так, это типа мы в бункер, да? А, ну понятно. Чё? День первый, ты добрался до убежища, поздравляю, но обучение еще не закончено, с тобой находятся только собранные тобой запасы и люди, шедшие с тобой, ничего более, тебе предстоит много сделать, следующие несколько дней тебе придется пройти настоящую школу выживания, и не забудь смотреть убежище, может ты найдешь парочку интересных вещей, ты можешь это сделать, когда дневник еще не открылся или спрятан, каждый день нужно распределять еду и воду, а если она закончится, не дать вам солнечного света. Если у тебя есть запасы, ты должен накормить своего персонажа, нажав на консервную банку или бутылку воды под лицом персонажа. Если нажать на само лицо, то персонаж получит и то, и другое. Конечно, ты можешь экономить свои припасы, но каждому нужно питаться. И на заметку, обычный человек может выжить без воды только 4 дня. А это что? А вот. Время раз... Ага. Ничего не хочу, блять, ну, я не знаю, что они хотят. День первый, поскольку это твой первый день, тебе нужно освоиться в убежище. Поверь, если себя ничем не занять, шум вентилятора сведет с ума. Сегодня был тяжелый день, иди отдохни, увидимся завтра, спокойной тебе ночки. О, Виолус, смотри, там Виолус, у меня коробка с супом стоит, нихуя себе. Нихуя себе. Так, ну, так. Ну, охуенно, блядь, оброс уже за один день, нормально. День второй, доброе утро, выжившие, как спалось? Хорошо, кровати удобно? Нет. Лучше бы вам к ним привыкнуть, ведь это только начало. Ладно, начнем сегодняшнее занятие по распределению продуктов питания. Ага, ага, если займемся чем-нибудь. Короче, питание распределить. Ну и что вода и еда тут самое необходимое. Все, они быстро заканчиваются, блядь. А, вот, так что иногда придется отправить людей на поверхность, чтобы пополнить запас. Хорошо. Инвестиции за день, да и время будет стороны на персонажей. Стать наружу, сегодня пропустить преодоление, ведем сразу к управлению одной из... Короче, я понял, их, чтобы в экспедицию идти, нужно их накормить, ну, короче, воды дать и еды за день до этого, да, и потом уже отправлять, окей. Правильно же, да, за день, да, все правильно понимаю. Утро началось довольно спокойно, так что это пока в порядке. Мэри Джейн чувствует себя в безопасности, а кто-то бы не чувствовал в каморке размером с гроб. Да, чувствует себя нормально, отсутствие новостей, хорошая новость, ты, все, короче, ничего нового. Все, let's go дальше. Шуточки. Давай ее. Не, да вот это куда дудело, блядь, пусть идет, ёпта. Мэри Джейн, блядь. Человек-паука, что ли, блядь? Что-то не похоже человек-паука, но, блядь, намерялись уже, что-то. День третий, не только учти, может уйти на пару дней. Короче, на пару дней может уйти, ага. Какие-то испытания на прочность. А, но сначала определились с пищей и водой. Мы ведь не хотим... Мэджин вышел наружу, давайте...
Давайте надеяться, что она скоро не растет. Давайте, блядь. Единственное, о чем мечтает Тед, это пара капель воды. На свете есть только одна вещь, которая нужна Долорес — вода. Не заставляйте Тимми как долго... Потерпите, давайте вот сейчас как бы все нормально. Я военный, так что я не знаю, что такое фантазия. Но ты, скорее всего, умеешь фантазировать. Так что представь себе ситуацию. Ты видишь хомяка своих детей, который каким-то странным образом пробрался в убежище. Твои дети будут счастливы его увидеть. Да и ты тоже, ведь нет ничего лучше жареного хомяка, который прямо с неба упал в тебе в руки. Вы просто приготовите? Конечно. Конечно, жалко его, но, блядь, что поделать, у нас такие обстоятельства в игре, да? В игре такие обстоятельства, поэтому нужно за каждую, как сказать, за каждую возможность цепляться. Здравствуйте. Блядь, опять нахуй, ну серьезно. Ну ты, блядь, серьезно. Мне ничего различного выбора, ведь свежее мясо не так-то легко сейчас достать каждому. Ага-га-га. Лучше пусть каждый подарен себе. Ну да, я про это говорю, поверю, тебе и твою семью ожидает ситуация, похоже, никакой хомяк не спасет. Но ведь это уже одной ногой в могиле, ему срочно нужна вода. Долорес дольше не протянет без воды, теми в раном состоянии нужно дать ему попить сейчас же. Держите. В некоторых ситуациях тебе придется использовать снаряжение, но иногда тебе будет не хватать именно того предмета, который мог бы спасти твою жизнь. То, что тебе покажется самым неприятным, но запомни, каждый предмет может быть полезен. Что хочешь поделать сегодня? Почистить ружье, послушать радио или попускать солнечный зайчик? Да, послушаем радио, что там? Да как? Уёб ты, что с ним? Аптечка еще, блядь. Надо аптечку тоже собирать. Блядь, что уебать с ним? Поесть. Радио просто необходимо, чтобы установить связь с американской армией, а также, чтобы быть в курсе каких-либо надвигающихся катастроф. Сейчас слишком держите слоить какую-то нибудь музыку. Прошу новости, наша экспедиция вернулась, она путешественники возвращаются с новым припасом. Да нет, еще они могут вернуться раненым или даже с лучевой болезнью. Осуждаю. Не думаю, что кто-нибудь хотел бы заразиться. Спешу вас огорчить то, что больной светится в темноте. Всего лишь слухи. В этот раз наш исследователь поранился, но его можно вылечить с помощью аптеки, которую можно использовать во время распределения пищи и воды. Тед больше не хочет пить, Мэриджин ранена, ага, больше не испытывает жизнь, не хочет пить. Очень голодна, блядь. На, поешь, блядь. А, не, вот так вот, да. Чтобы продолжать игру, как минимум один взрослый должен оставаться живым. Если отправить последнего выжившего на поверхность, то ситуация в доме выйдет без контроля. И когда выживший вернется в убежище, может принадлежать уже кому-то другому. Приличный замок защитит от мерзавцев, но ненадолго. Приличный замок. Это был трудный день, советую немного поспать, если вам удастся зайти так далеко. Возможно, вскоре вы выберетесь из этой дыры, возможно. Больше нет, нормально. Только что отправили одного человека в экспедицию, но давай попробуем еще раз. Ладно, в первый раз нужно было просто выбрать одного важного добровольца, понятно. А теперь появился шанс навидеть смельчака в дорогу. Покорми своих солдат, это встреча у выхода из убежища. Мерджин очень голодна, раны Мерджин заживают, очень голодна. Как только ж поела, ёпта. Тест в порядке, Долорес сохраняет железное спокойствие. Тим хорошо, но по крайней мере был 5 минут назад. Так, ну, что, next? Кто же пойдет наружу? Ну, давай, Тимми. Че с ней, блядь? Не понял. А, типа, обрастает, типа? Да, и она тоже. Доброе утречко, мы люди. Вы, наверное, задаете себе один простой вопрос. Какой смысл сидеть в этом убежище? Почему бы и не просто уйти? Смертный приговор и все. Короче, таким образом, каждый хороший гражданин должен делать одну вещь. Попытаться связаться с американским военным, ждать, что? Это гигантский ваш один шанс дождаться прибытия наш. Короче, дождаться прибытия доблестных ребят, хорошо. Хорошо. Тим вышел на пустую. Короче, нужно просто, я так понимаю, несколько дней продержаться, пока, ну, их не спасут, окей? Окей, okay. you know. Ну, в принципе, я думаю, понятно, это, в принципе, понятно. Тим вышел на пустошь, мы не знаем, что будет, если он вернется. Чё, блядь? А, если он не вернется.
Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит неплохо. Ты долго не протянешь без воды, необходимо иногда пить. Терпим, 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 ребяточки. Нет, спасители не придут сегодня, сегодня, не завтра, но рано или поздно придут. Вам нужно следить за сигналом по радио и быть готовым на пустошь. Но будь осторожны, это могут быть вовсе не солдаты, а бандиты. Или, ну, хуже красный. Представляете, что будет, если они вас раскроют. Так что давайте договоримся. Вы откроете дверь, только если постучат два раза, понимаете? Два стука. Окей. О, пришел. Нормально. Так, еще день из выгоня будет защищен, что некоторые не будут очень насыщены. Вы должны быть готовы к чему угодно. Поэтому любой свободный день является благословением. Ешьте, пейте и отдыхайте. Мы так говорили за Тимми, но все же он вернулся с будущей. Теперь он в безопасности. О, что это такое? Смотри, что он принес. Какой-то эликсир свой принес. Наша птица пошла прямиком в начальной школе. Конечно, не за знаниями исключено. Нам были необходимы пасы. Школа была отличным местом, чтобы их раздобыть. Все обожали нашу повариху. Ей было, а? Конечно, плюс один суп. Нам мы нашли аквариум, так как никто не кормил рыбок. Но вода все же... Плюс две воды. Плюс одна книжка. А это что? Это вода, типа? Это типа вода, так, типа, ну, как. Если у тебя пол. Короче, так у него, если у тебя полные полки, короче, еды, у тебя вот такая коробка стоит. Если полные полки воды, у тебя вот такая графин стоит с водой. Интересно. Мэри Джейн очень голодная, Мэри Джейн постоянно теряет сознание, нам нужно. Мэри Джейн, вот не нужно тут, блядь, Мэри Джейн, блядь. То есть как дудеть, ты, блядь, да, как нахуй поесть, то нет, да, ну понятно. На вид это уже одной ногой, а ему срочно нужна вода. Когда этот голоден, у него очень живот. Лорес не потянет не ел некоторое время. Давай вот так вот всем по водичке дам. Ну давай, ладно, накормим. Оля, нет, смотри, плюс 0,25, плюс 0,75, то есть у нас ебать. То есть неплохо, да, неплохо. Теперь, когда живешь на полной еды, и вы осторожны, вы в безопасности. Однако каждое твое решение чего-то последствия, даже через несколько дней или недель. Хорошенько подумай, прежде чем его принимать. Часто на учениях, но настоящая бомбировка совсем другая песня. Все, что ли? День девятый. Понятно. А вон еще смотрел, видишь? Вот. На том месте я бы проверил двери. Нашу группу спасения может прийти в любую секунду, но будьте осторожны, это способ политических сценариев, и нельзя предугадать, что вас ждет. Мэри Джейн очень голодна, не хочет пить больше, может не хочет пить, ими очень голоден, ты утолил жажду, ты сып, Долорес больше не спит от жажды. Да, стучи дверь, если послушаешь, то можно зайти под эти трех стуков, вот твой. Котелюк? Не, пошел нахуй. Из трех звуков. Нам сказали два, блядь. Два только. Там три, блядь. В шикане в пизду, блядь. Наше решение это не только гости, которых, вы смотрите, осторожно превыше всего. Все, короче, понятно. Ну или почти все нормально. Свернем. Мэри Джейн очень голодна, Тимми очень голоден, Тед в порядке. Жизнь сейчас у всех нелегко. Надалось сегодня в хорошем состоянии. Надеемся, что так и будет дальше. Пока ворон считает, к вам писали еще раз. Кто-то очень сильно ломится в дверь и, скорее всего, не ответит на ни на один вопрос. Два стука, снова и снова. Откройте дверь. Да-да-да. Два стука, нам сказали. Два стука. Конец. Ну, понял. Все, что ли? Выжили. Я только не вдвоем еще пошли. Нормально. Сожалеем. Стоит свободно. Не хочу завершить. Так, хорошо, мы поняли с тобой. Давай, давай, давай. Давай, давай, сейчас быстренько. Короче, что в этом берем оружие? Много еды, воды. Вот эту, блядь, которая дудит нахуй по шану в пезду, блядь, сразу же, моментально, блядь. Обучение, задание, сбор, выживание. Прожить уникально после количества приключений, выживи в своем убежище с рандомно выбранными запасами. Свернуть своим покажешь навыки, получая классный раз. Ага, большая часть защиты отключена. Апокалипсис. Полное атомное получение, сверху запасы, переживайте после апокалипсиса собственного убежища. Сбор, сверху запасы, с убежища не включено. Время выживания.
Давай сбор. Подожди. Давай за Долорес поиграем. 10 секунд. Ну давай толстяк. Или давай по максимуму. Не, давай толстяк. Посмотрим просто 10 секунд, что да как. Ты что, только первый раз играем, да? Посмотрим, что да как, и все, чего бы нет. 10 секунд остается на разведку, если что. Так. Ага. Блять, иди туда внизу. Так, здесь оружие, еда. Аптечка, там вода. Там, да? Все, let's go. Сразу. Раз, два, три. Блять, может ты соберешь? Раз. Два. Не, который дудит, пошел на пезу, реально. Ну, в натуре. Дудит нахуй себе там, блять. Стоит, блять. Замок нужно, блять. Хотя нахуй нам замок. На самом деле, блять. Так, что здесь? Книг какая-то, блять. Нахуй она нужна. Бля, еда нужна. Еда нужна. Стоп-рос, еда нужна. Нужна стоп-рос еда сейчас. Так, вот это мы берем. Блять, возьми оружие. 100% нужно оно. Все, погнали за едой. Быстро. Где еда? А еды нету, что ли, блять? Что, блять? Блять, не успею, ладно, пизду. Еды очень мало, блять. Еды, блять, мало, пиздец, как. Прям воды очень много, еды мало. Очень мало, блять. Почему-то. Может храниться аж 737 лет. Хорошо, суп. Сколько у нас банок там? Две, блять, получилось. Вообще ноль. Конец. Две, блять. Ах, вот это он. Найс. Надо разведку 100% идти. А, я понял. Сбор, типа, просто собрать. Окей, я понял. Ладно, давай тогда что, выживание получается, да? Новая игра. Получается у нас задание. Да, выживание, что, погнали. Толстяк. Чем 7, 2, 4, 4, чем 7, 2. Запас убежища какой-то хлам, запас еды 4, 6, запас воды 4, 6, проблемы со здоровьем часто, снаряжение среднее, названные толстые немного, проблемы часто. Поспи, блядь, что? Пости, блядь. Давай также толстяк выберем, что, блядь. Так, давай, надо сейчас сначала еду-воду собираем 100%. Аптечку, оружие. А. Чего, блядь? Подожди, что это такое, блядь? А как? Подожди, я не понял. Что за хуйня? А что, какой режим-то брать? Как собирать-то, ёпта? А, нихуя, наверное, смотри. Это же новая игра. С рандомным... Давай апокалипсис, что это вот это? Долорес, все. Погнали. Так, хорошо, погнали. Так, так, вода. А, вот здесь оружие. Радио. Так, тет здесь. Еда здесь. Топор. Погнали. Карту берем. Блять, возьми. Воду. Ну, давай замок все возьмем, хули нет. Когда да. Давай, быстрее, блять. Мать, быстрее. Тет сюда, блять. Опа, противогаз. Нихуя себе, давай. Воду. Блять, ну быстрее, ебаный. Так, его с собой сразу берем. Пошли, муженек, блять. Нам то, что... Вот, который дудит, пошла на нахуй сразу же. Моментально, блядь, тебе спизду. Так, еду теперь. 100% еду. Раз, два, три, четыре. Сейчас сюда вернемся еще. Так, вот здесь оружие берем. Блядь, не могу. Фонарик, пизду, ладно.
Давай, воду берем. Вода, 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 вода. И что-нибудь еще взять? Наверняка успею. Блять, нет. Да нет. Ну, блять, ну зачем? Блять, идет. Нахуй, блять. Я хотел воду взять, ну ладно. Хотел воду взять. Да дудит, дудит, блять, ну ладно. Значит, она сейчас будет ходить у нас постоянно, блядь, в эти ебаные... 100% будет в экспедиции ходить, 100% она будет, 100%. Ты что у нас с тобой есть? У нас с тобой есть противогаз, 100%. Замочек есть. Фонарик. Это что, блядь? Не понял, блядь. Мы не припоминаем, чтобы кто-то приносил этот запас убежища, но мы не жалуемся. Во всяком случае, мы должны быть... Что это? Это что, блядь? Супок. Супом. Угу. Ой, все, 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 давай. О, кстати, нормально, с воды с тобой это все. Ну ладно, let's go, что. Мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом. По крайней мере, да все, блядь, да, конечно. А что это такое-то вообще? Вот, что это такое вот это, блядь? Вот это что такое, блядь? Спрей... А, спрей от насекомых. Долорес, Тед. Мэри Джейн, Тимми, фонарик. Озвучка. Так, а может планируется отпуск после того, как, блядь, Долорес в разном состоянии? Тед в порядке. Мэри Джейн говорит, что она в порядке, ей ничего не нужно. Тимми, ну что, как, ага... Next. А наш город все еще... еще загрязнен радиацией, почему сейчас опасно для здоровья. Конечно, стоит. Мы уже развели... Подожди. Тед пол энергии, готов отправиться на поиски неизвестно. Долорес прекрасно себя чувствует. Пустошь неровный. Мерджин, Тимми справится, он должен пойти на пустошь. Ха, видали, мы уже развели собственный сад, у нас на сильных растут большие грибы. Ну что, устроим грибной пир? Нет. Что, дурачок, что ли, совсем? Грибной пир, блядь, дурачок? Дурак, что, блядь? Так, ладно, let's go, чё, давай. Мы хоть и голодны, но есть вещи, которые мы никогда не съедим. Например, грибы растущие. Конечно, блядь, какой-то, что, дурачок, что ли? Просто хочешь пить, должен выпить воды, между умирает от жажды. Как долго? Так, ладно, let's go. Иди. Ой, нет еще. Вот, блядь, идет. Че он с собой возьмет? Ну пусть противогаз он возьмет, что. Дудит, дудит, блядь, дудит, дудит стоит. Я сказал, она будет постоянно ходить. Она будет постоянно в экспедиции ходить. Должна принести много чего. Это что такое, блядь? Че валяется? Бутылка, блядь. Так, Мэри Джейн вышла наружу, дайте, ага, так, снаряжение забрала, Лорс дольше не потянет без воды, на вид это уже ни одной гомогири, ему срочно нужна вода, теме, пожалуйста, нужно дать ему пить сейчас же. Надь, держите, попейте, чтобы нет. Сам утра мы постоянно себя странно чувствуем, будто, ага, можем, если кроме, в любой, само время подойдет, кто в нами. Не-не, вот еще не будем ничего делать. Зачем? Двигающие тени, блядь. Помылись, типа. Пока могли по сторонам и сказать, что не раздавить, это против него просто исчез. Вместо, ну, нормально, просто взял, ну, нормально, хавчик забрал. Больше не испытывать жажду, не хочешь пить? Так, не хотят пить, хорошо. Уже здесь раньше не было, черт, она еще одна, вот, блин, это наводнение, нужно спасать запасы. А, ну, давай спасем. Карта нам 100% нужна сейчас. А, нормально, потоп, блин, случился, заебись. Что-то... Да, я орирую. Какой-то чуть-чуть гейгер, это что это вообще? Типа это сейчас пройдет или что? Ты в порядке, может, по теме это и не скажешь, но он очень сильный мальчик. Че за счетчик Гейгера что было? Типа она пройдет сейчас? Ой, у нас нет карты, все, иди в пизду, блять. Так, ладно, давай посмотрим, что тут.
Короче, что за счетчик Гейгера, блядь? Так, денег точно осталась вода, должен съесть. Так, ребят, терпим. Да, поговорим. Поспрашиваем, что с ней так. Да, вот пришла, да? Что принесла? Ты что? Ты будешь ходить без него, блядь. Вообще без всего будешь ходить. Я тебе говорю, блядь. Да что это за пиздец? Да как можно было вот так его порвать, нахуй? Ну это пизда просто, блядь. О боже. Так. Искренне разговор помог, когда Лори решить внутренние проблемы, развиться мне не ей уже немного лучше. Не могла сделать насилие, чем зачем я ребенка. Дальше остался. Несколько открытых банок, так плюс еда, плюс вода. Блин, магазин, повреди бежегас. Долбай! Как, блядь, просто вот специально даже, ну, типа, его жопу, ну, он вот там, ну, сложно порвать, как я знаю. Этот голоден. Нет, она пойдет, я сказал, блядь. Идет она нахуй наружу, блядь. Вот ищет новый противогаз, блядь. Что-то... Сейчас было хрюканье какое-то. Так. Зато включение по другой стороне человек представился. Только разговор, как вдруг все собралось, что, наверное, использует на линии. Денис нам передал, Долорес не ел некоторое время, давай больше не спит жажда. Мэри Джейн все еще чувствует усталость, нужно дать ей немного подохнуть. Найти что-нибудь попить для Мэри Джейн звучит неплохо. Но не номера с голод, нужно дать ей, боюсь, иначе. Че иначе, блять? Блять, вот это вот пусть и вернет мне нормально, вот это плюс вернет, блять, мне нахуй. Вот, да, блять, и том поговорим нахуй. Тим очень голоден, Тим больше не хочет пить. Тим больше не хочет пить, Тим очень слаб. Ничего не поест, поэтому может покупку. Короче, понял, ладно, давай. Да, вот так сделаем сегодня, всем дадим. Пока, похаут, попить. Да все, най. Пусть он идет, что с собой берет. Бля, даже не знаю, что. Ну, карту, наверное, пусть берет еще. Может, что-нибудь найдет. Ага, Донос должна что-нибудь съесть. Когда Мэриджин устает, она становится раздражительной. Ей лучше пару дней отдохнуть. Мэриджин больше не хочет пить, Мэриджин позволяет немного поесть. Думаю, сколько типа дней продержимся? Ну, много, наверное, продержимся, что было. Кто не знает, может быть, новый мир не так уж плохо, даже появится новая возможность. Долорес не ела некоторое время. Мэри Джейн очень голодна, позже Мэри Джейн все время хочет спать. У нее ни на что нет сил. Тимми должен... Нет нас радио, к сожалению. Блять, они уже все психуют, они уже психуют, прикинь. Терпим. Ну, после этой ссоры мы будем надеяться, что это больше не пытается. Долорес не ела некоторое время, Долорес больше не протянет без воды. Хорошо, Долорес воды.
Чувствуете, не что моя жена постоянно теряет сознание, нам нужно ее попить срочно. Моя жена умирает с голоду, нужно дать ей... Блять, нихуя себе, она порвала, блять, еще и давать. Блять, пусть найдет начало, потом поговорим, блять. Ну, он не хочет пить. Так, ей еду, да, правильно понимаю? Не ел некто. Так, воду. Ты, блять. А ему что? На, потом он пойдет. Очень боюсь открывать, хотя бы могут хорошую новость. Верно, сразу потребляется разлюбить человека, даже если бы это не... Это уверен, что есть. Да, давай откроем, чего нет. Фильтрюк оказалась не очень хорошей идеей, кажется, мы... Какой-то ужасно выглядит, ты кашель просто... Что, блядь? Блять, должен на что-нибудь съесть, потому что не сподержал, это именно не очень хорошо. Сейчас мой жен отдохнул, может, мой жен подавится немного по. Блять, Тим, ебать. Блять, ну нет, пацан. Блять, сейчас мужик, давай быстрее, причем придет, я дам тебе эту, блять, аптеку, блять. Бля, ну такое на самом деле. Партейки в шашке, чашечка кофе и свежая газета. Все, что нужно человеку 50-х, чашка, ага. Да у нас есть шашки. Долос не ела некоторое время. Диета можно позволять немного поесть, должен что-нибудь съесть. Блять, ну на. Нет, он сразу, блядь, пусть сейчас он мужик сейчас придет, пусть этот, о, он пришел, пусть аптеку принесет. Еще денег без малейшего места, тоже происходит, например, что снял их время, поесть. Если мы что не сделаем, тем не менее, хуже, тем больше не голоден. Никак не ожидали так это увидеть на своем пороге, где-то зеленых людей. Некоторые говорят, что они берут у богатых и отдают бедным. Такую картину мы и созерцаем. Пустите эту клоуну, по крайней мере, будет на чем поржать. Да, давай. Блять, ты порвал карту, ну ты долбай! Блять, я не понял, вы все там, блять, того, блять, или что нахуй? Одна, блядь, рвет противогаз, другую карту порвал зачем-то, блять. Я орирую. О, блядь, ну ты дурак, зачем ты, блядь. Пусть одна вода, минус одна карта, заебись. Я орирую просто. Я просто орирую, блядь, с этой хуйни. Давай я дам вот ей вот так вот. Пусть она идет. Пусть она идет. Голодник, еще не восстановил силы, это, ага.
Джин умирает с голоду, нужно дать ей понять, всем будет бледным, это плохо. Обратно. Все вот это идет, блядь. Сидит, блядь, просто так. Девушка тут же позвала своих друзей, и мы все отправились на поиск. Оказалось успешно. Правильно слова, время собрал, жонку тантле, взять туда или молодежь потерял. Время сразу же поблагодарил. Долго нас благодарили и обещали в скором времени связаться. И это уже одна ногой. Так, вода и еда от Эду. Давай, ладно, сегодня всем дам. Прошлой ночью всем сказал, что ты все равно вопил, он в ужасе потерял, что к его лицу тянет на мутант, сказал, что это Мэри Джейн, тем более случайно заехал ему ногой по лицу. Заебись, блядь, это кричит, что ему срочно потребуется. Блядь, нету вообще. Что, блядь, что с ней? Похоже, думаю, что Мэри Джин сделал это нарочно, а он утверждает, что это он ударился своим лицом по ноге, а не наоборот. Еще не восстановил силу, Тед сыт. Мэри Джин умирает голод, нужно дать... Ну пошел она нахуй, ёпта! Измученный, блядь. Восстановим Тим больше не голоден, Тим истощен. Да, водички пей, брат. Блядь, водички пей, пожалуйста, блядь. Что за звук? Да нет, как ты порвал, блядь, её. Блять, карту, противогаз порвали. Что еще дальше? Блять, оружие сломает, нахуй. Фонарик, блядь, разобью, да, сейчас нахуй просто. Что с ними, блядь? Есть. Ой, бля, пиздец. Дались, вижу открыть, но наши гости обиделись. Они указали размахивать дверем вещами и крикали, что что-то о срезании кустарных сумасшедших. Это все еще чувствовалось пару дней, отдыха, вот что ему нужно. О, нужно дать ей навоесть, иначе тебе все еще. Блять. Да на, блядь. Не-не, вот ему водички на 100% давайте. Иди в пизду, блядь. Блядь, все, да? Терпи. Это обмен, надеюсь, мы сделаем правильно. Дорогой, твой дело очень довольно. Это все еще не восстановил силы, ты долго не принял без воды, тяжело. Весь бункер дает о себе знать, это совсем плохо. Это плохо, Мэри Джейн хочет пить, где-то Мэри Джейн позволяет немного поесть. Бля, такое все на самом деле. Уебать, все, ПБ, да? Только с водой выглядело совершенно безобидно, мы сделали так, он думает, что там повезло, но это все лишь обман. Или вода облучена, блядь. Такое. Сейчас сильно усталость, ему нужно... Всем. Усталость, ему нужно еще немного времени, чтобы снять силы. Тут утолил жажду. Я этого Джеймса жрать не могу. Не хочешь пить? Мэри Джеймс подцепил какую-то заразу. Если мы ничего не сделаем, более... На, куши. Спорить сегодня, они решились, никто сильнее. 7 гномов, Белоснежки, Шашка, бандитов. Мы играли в драку, кто же возьмет? Бля, мать, ты ничего не принесла? Воды? Да вы издеваете! Блять, сломанный фонарик, блять. Порванная карта, блять. Разорванный противогаз. Заебись, нахуй. Классно вы делаете, ребят, молодцы. Одну еду. Две воды. Ну ладно, хорошо. Две. О, топоры, две еще у еды.
Ну, мы думаем, что кто-то изошел, наверное, что это не повторилось. Должна что-то съесть, встала, выглядит, ага. Короче, воды и еды ей. Где-то в один вейс, все по, если он ничего не делал, блин. На, блядь. Бля, пусть идет. Жалый танк. Он посидит. Бля, такое есть, на самом деле, такое. Давай, давай, рискнем. Бля, только там аптечка была бы, было бы заебись. Кот, блядь! Кот? Кот, прикинь. Минус одна. Кот, блядь. Так, вода Долорес. Двадцать девятый день, ребят, 29-й день. Топор, значит. О, а топор где? Никогда не решит строить. О, какой-нибудь. Да, у меня нет топора. Да, у меня остался топор в своей руке. Вязь, то он... Вместо этого мы используем раскаленно для топора, чтобы прижать чьи раны. Станет на вас лучше. С сожалением, вырезать и пресс. Вы... Бля, ладно. Просто все еще чувствую усталость, похоже, мы не можем касать вызов, не, конечно, не может. Я там мой режим последнего, ага. Дали воды. Пост кончается. Он пришел, да? Аптеку, вода и еда нужна. Вода, еда, патроны, блядь. И шашки проебал. Ебать, что с ним, блядь? Давай всем дам. О, да. Бля, пиздец. 32-й день, ребят. 32-й день. Идет там. Шестого кота, блять.
Да, попробуем вот это, блядь. Ну, Патрикиным. Зачем? Типа Патрикина что-то разменять можно будет. Бля, опиздаем. Полная. Вообще жесть. Ты голоден. Тими, ага, Долорес отдохнула. Нужна аптека, аптека нужна. Я с тобой путешествую за дорогой на прогулку, потому что с парой мужчин, кашляет и кашляет, еще осталось пара дней отдых, вот что ему нужен. Больше не голоден. У меня вообще запасов нет, ни запасов вообще нету. Нет запасов вообще, 35-й день, 35-й день, ребята. О, ему получше стало, все, заебись. Кота дали, ему заебись, все, нормально. Аптека, блядь, добрый вечер. Добрый вечер, блядь. Какая-то нечастно рассказала по радио, что повотировали, ну, пакет пасовый. Для воды плюс. Ууу, ты еще не восстановил все, ты будет еще довольно здоровым. Ты больше не хочешь пить, если мы что-нибудь сделаем с более теми. Так, хорошо, у вас выглядит довольно неплохо. На, держи. Сифон, было бы неплохо с ним поговорить. Да, да, давай, давай, давай. Все, спасибо за аптеку, игра, спасибо большое за аптеку. Не восстановил силы, не хорошо слово достаточно, чтобы понять, в каком теме я учусь себя намного лучше. Это все еще не установит, еще где-нибудь точно осталась вода, Долорес должна ее получить. Тиме здоров, как бык. Стоит тебе долго без воды. А это что? Использовать карту, чтобы сообщить твою карту с близнецами. Танк, типа. Короче, воды, да? Нормально, 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 нормально. Тянем. 37-й день, ребят, 37-й день. Блять, кот, блять, пошел он в пизду отсюда. Нам не нужен. О, топор, блять, нихуя себе. Три воды плюс две еды. О, плюс топор минус. Ну все, ладно. Ты что хочет пить? Голодна. Так, Мэри Джейн голодна еды, Тед воды. Тянулся старого груз, ржавого грузака, все зло открыв его дверцу, мы увидели двух обескураженных мужчин в огромных наушниках. Оказывается, что они подвели провод к убежищу, пока мы спали. Спали, подслушивают наши разговоры. Мы устроили и вышки вернулись в бункер. Это все чувствует. Осталось пару дней отдоха, вот что ему нужно. Лизот голоден, так, тут еду. Теперь воды, Долорес не ела, не тренд, я имею.
сгоняет. А что, для чего спрей? Давайте спрей используем, чего нет. Для чего так он? Например, не понимаю, для чего спрей нужен. Так, сыт. Режим очень гладно. Мы потеряли шанс сообщить военным, если есть вероятность, что они связались с нами. Никто не знает, когда это будет. Это все чувствует сильно усталость, ему нужно еще много времени, чтобы снять силы. Не прятать без воды, да и это менеджер позволял немного поесть. У нас что совсем нет никаких раз для Мэри Джейн. Нету, Нихуя, смотри, бороду отрастил, прикинь, бороду отрастил, нормально, нормально. Плохо, перед нашим носами каким-то удостоверением мужчины сообщили, что они находятся на сверхсекретном правительственном задании, а провод этот нужен для слежки вовсе не за ним, а за котом. Мол, наш мультик слишком советского, да? Ох, что тебе, блядь, советского, да нахуй? Почему со... Блядь, это пиздец, осуждаю такое, осуждаю. Так, ладно, на дед Мэджин позволяет немного поесть, Мэджин все, ага. Ну, поесть, поесть. Когда Мэри Джейн встает, она становится раздражительной, ей лучше пора... А, так, Долорес, нужно что-нибудь съесть. Ну как, я тебе на 6 сделал, вешу садками. Ну давай, чё. Бать, что это, блядь? Так. О, противогаз есть! Заебись. Уже вернули хоть что-то. Одна. Блядь. А я только что спрей забрал. Я только что продал в экспедицию, ладно. Так, ты голоден. Четвертый день, ребят. У нас получилось настроить радио так, чтобы помехи не сильно мешали. Слышишь, звонки? Ага. Сказал, хорошо проинформировал, дал пару советов по положению, которое нравится следующей экспедиции. А, сейчас все плохо. Больше сбежал, ты это больше не надо. Тут пытается разнести нашу дверь и... Осуждаем, осу. Блять, вода вывалялся, видел, сломанная. Как сломанная, блять, там он видел. Разорвали. А в этот раз нам удалось создать отпор, но понимаешь, что, ну, что будет, если они вернутся. Наше старое доброе ружье не нас защитило, но сломалось в процессе. Теперь оно ни на что не годится. Давай, воды дадим. 46-й день, вернулся.
О, воды он принес еще, вот эту тему. Ружье, он все сломано, блядь, все сломано, нахуй. Все, блядь, сломано у них. Да. Так, минус одна вода. Все, подозрение, по-моему, берегись среди наших запасов. Это бутылка относительно чистой воды. Мы все были рады этому. Ну, все же он вернулся. Вот он, видишь, ничего не сломал. Мы решили, наконец, собраться и смотреть наш задний двор. Бедные, когда-то они были... Так. Так, плюс две воды. Плюс две еды, блядь. Плюс книжка и плюс две воды еще. Плюс две еды еще. Четыре еды, плюс книжка, плюс две воды. Нормально. Че? Долос должна получить ее. Ну давай всем вот так дадим сейчас. Вот так дадим сейчас всем. Давай поговорим. 47-й день, ребят. 47-й день. Какой месяц уже. Даже. Уже второй месяц пошел. Экспедиция. Давай книжку посмотрим, что книжка даст. Интересно, все обрасли, смотри как. Пройдет и день, ребят. Полтора месяца еще. Опор мы проебали, нормально. На этот раз нам удалось дать отпор, но у нас никаких гарантий, что они не вернутся. Мы должны сохранить бдительность. Наш топор сломался во время борьбы. Нужно новый как можно скорее. Тим очень голоден. Хочу того, чтобы дать Тиме что-нибудь попить, или он плохо выглядит. Нужно ее получить. День, ребят, день 50, блять, просто. Так, чё тут? Бля, вот карту надо раздобыть, 100% карту надо раздобыть. Че борода, блять, борода избавится от бороды, чё, блять, чё? Там написано, надо избавиться от бороды, может при помощи топора, я такой, чё, блять, кого? Обсуждаем, смотри. Так, чё тут? Без топора, значит, и без бритья, может быть, и в другой раз. Сорос не ломит, видите, ага. Пятьдесят второй день. Монстр-грызун выиграл, блять. Минус одна еда. Голоден, он сейчас жжет без воды. Ага. Ну давай так дадим сейчас новый. Давай, послушаем. День 53, ребят. Блять, два месяца почти. Просто чисто тут, блять. Ай, блять, боже. Блять, что опять вот это? Нахуй, блять, закроем, блять. Кого, блять? Минус один. Снял некоторое время, голоден, живет, очень голоден, ребят, терпим. Давай котику дадим покушать, блядь, чтобы нет.
Да. Ну, радостный лежит, блядь, отдыхает, что понять. Мэджи должна была уже вернуться, прошло слишком много времени, кажется, с ней что-то случилось еще плохое. А Сосу, блядь, такойся, на самом деле, блядь, только Сосу, где она, блядь, пусть вернется, блядь. Такойся, на самом деле, такое, блядь, реально такойся, блядь, такое, реально, блядь, пиздец, вообще пиздец. Но Долорес не ел некоторое время, Долорес не может долго оставаться без воды, Тед голоден, ага. Так. Долорес воды. Пусть ходит, но такой себе будет на самом деле. Блять, да не нахуй, серьезно. А, он пошел в напустошь, хорошо. Съесть. Да, запасы нужно 100%. Бля, надо патроны сохранить. Карту бы взяли сейчас. Такое, блядь, такое. Бля, она реально не вернулась, прикинь. Бля, такой соболезнен, соболезнен. На завтра. Не нужно им, не нужно выходить. День 59. Ребят, 2 месяца, ебать, 2 месяца просто ебашь. Блядь, это жесть вообще. Так, ага. Пиздец. Сейчас максимально экономим, ребят. Максимально. У нас одна еда осталась, одна вода. Ну давай, блядь, сейчас осуждаем такое, но, блядь, вариантов больше нету. Сейчас первый, 3-й месяц, блядь, пошел 3-й месяц. Еда, ебать, смотри, сколько еды, ебаный в рот. Давайте сейчас попробуем, может, что-нибудь дадут сейчас. Там написано, что люди, типа, нам хотят подружиться и тому подобное. Нет, нечем, блядь. Блядь, лишь бы все было хорошо, пожалуйста. Бись, все нормально. А, больше мы или разбойник по другой стороне двери, когда нам выбежали из укрытия. Ой, блядь, сейчас нам надо сюда планом. У меня что-то животное, тут уже одно новое. Все, воды больше нет, ребят. Воды больше нет, ребят, здесь. 3 месяца, ребят, просто 3 месяца. 3-й месяц уже ебашит. Нормально.
Вообще-то мы не доверяем камояжерам, что тем, кто задумал обсуждаем. Мы сказали ему, чтобы он летел обратно в свой космос. Он разозлился и слишком шел. Че, блять? Когда Тиму расстояние, нужно дать ему пить сейчас же, блять. Покушай нахуй. Подожди, хотя найденные Тиме комиксы большую часть представляют из себя безобидно, лучше дать расстояние, не посылать не шкраму, а космонавтов. Пицсоветскую, блять, тут еще издевать. Дурачок, что ли? Нет, блядь. О, вода есть, все, заебись. Вот, видишь, она нормально пришла. Плюс топор еще, плюс шашки, плюс... О, хорошо. Я лучше карту, конечно. Ты от голоден, без воды, ага. Я не хочу топор просто тратить сейчас. Вообще не хочу топор сейчас тратить. Да ну нахуй! Мы все не смотрели, как эти жестокие животные вылокли Тиме зубей. Надеюсь, мы еще не увидим. Мы его еще видим живым. Блять! Осуждаем, блять! Блять, такойся нахуй. Пиздец. Ну иди, мужик, чё, блядь. С топором теперь. Да уж, такой, на самом деле, такой, блядь. Блядь, минус 2, что ли, блядь, сразу? Не было некоторое время. Вот если карту бы, тогда да. Не-не, радио не отдам. Блять, 3 месяца, прикинь, уже 3 месяца. Да, 2,5, точнее. Да. Нет у нас ничего, блядь. Ни карты, ни хуя. Карту порвали зачем-то, блядь. Вообще жесть. Конец, все. Блять. Если вам бункер про него, ничего не сделаем, мы обречены уже. Мы приезжаем 71 день. Ребят, день. Кто с первого раза столько проходил? Бля, такой себе, на самом деле. Такой себе, реально, такой себе. Виктор 19, едино супер 15,5. Сколько раз сейчас? 4? 7, 8. 7 из 8 успешных экспедиций. Экспедиция 27, 13 решений 3, положить решение 13. Жесть, конечно, жесть. Такая игрушка, бля, интересная игрушка, прикольненько. Прикольненько, необычно. Ладно, спасибо за просмотр, такая серийка была. Такая игрушка была. Не знаю, стоит еще и... Танк стоит, что, блядь? Стоит еще проходить, не стоит. Посмотрим, может быть, еще поиграем, чисто пофаним, чего нет. Вот, что секундарик, интересно, или нет. Пиццу на крыше делать, что, блядь? Кубок вон, чего? Конечно, спасибо за просмотр, такая серийка была. В принципе, все. Это была игра «Успеть за 6 секунд». Увидимся в следующих сериях. Давайте.